в том числе стараемся развивать государственную службу. В Казанском федеральном университете началась стажировка управленческой команды Ханты-Мансийского автономного округа по изучению лучших практик Республики Татарстан, которая пройдет в рамках образовательного проекта «Лидера изменений Югры». Мы с коллегами, обсуждателем, с Игорем Анатольевичем, как раз говорим, что вот там, опять зимой в Казани и так далее, приезжайте летом. Я говорю, но после того, откуда мы приехали, после модуля в Белоярском, мы все приехали отогреться в прекрасную новогоднюю Казань. В течение 4 дней с 13 по 16 декабря госслужащие из Ханты-Мансийского автономного округа Югры ознакомятся с IT-разработками, системами, сервисами, проектами пространственного развития, реализованными в Республике Татарстан, лучшими практиками в сфере территориального развития и привлечения инвестиций, опытом проведения международных мероприятий. Вот год назад мы создали мобильное приложение для государственных и муниципальных служащих и лиц, которые хотят поступать на государственную службу. В рамках стажировки участники посетят полилингвальную школу «Адымнар», лыжную трассу и парк «Березовая роща», Зеленодольский завод имени Горького, город Иннополис, а также объекты, возведенные к Универсиаде 2013 года, чемпионатом мира WorldSkills и объекты Казанского университета. После обучения госслужащие Ханты-Мансийского автономного округа на основе анализа практик в городах своего региона сформулируют нестандартные подходы и инструменты для улучшения качества жизни людей. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.